Всем привет, дядя Юра дает прогноз на матч пятого тура серии А. Парма Специя. Встречаются 18 и 13 команды текущего сезона. Очные матчи в серии Б. Оба очных матча этих команд были низовыми нулевыми. Парма взяла 4 очка. Статистика команд. Парма в последних 10 матчах 6 раз играла на обе забьют «да» и 7 раз на тотал больше. Парма последние 4 домашние матча отыграла на обе забьют «нет». Специя в последних 10 матчах 6 раз играла на обе забьют «нет» и поровну на тотал меньше больше. Специя последние 4 выезда отыграла на обе забьют «нет». Как видим, Парма продолжает играть результативно, Специя играет нейтрально, но больше нулевых матчей. В предыдущем туре Парма попала под каток Удинезе, который наконец-то прервал свою длиннющую серию сухих поражений. И в этом матче было далеко не все просто. 2 нереализованных момента в дебюте матча. Голод гостей по причине рикошета. Но настойчивость хозяев все же дала свои плоды, и количество перешло в качество. Тут и фортуна помогла в виде автогола и Акапони, и удачный дальний выстрел Пуссетта в концовке матча, который и принес Удинезе долгожданную победу. Специя сделала камбэк в матче с Фиорентиной, которая к 4-й минуте матча вела 0-2. Но должна быть рада и ничьей. Гости грубо ошибались в защите, за что и были наказаны. Специя могла запросто забить и 3 гола, но обошлось. Парма продолжает молотить результативные матчи. Специя сумела пропетлять в играх с сильными соперниками, разжившись очками с Удинезе и Фиорентиной, использовав на все 100% свои шансы. Парма дома, а Специя на выезде отыграли по 4 нулевых матча. Это уже длинная серия для обеих команд. Ни Парма, ни Специя не являют образчик игры в обороне. У обеих в атаке получается лучше, поэтому все говорит за то, что забивать должны бы обе команды. Но Парма должна выиграть. Счет где-то на 3-1 будет самое то на такую игру. Специя не забивала Парме в серии «Б», но сейчас немного другая ситуация, немного другие команды. И связки ставок тотал больше, обе забьют «Да» победа первой команды. Самый высокий коэффициент стоит на победу первой команды 2.08. На тотал больше 2.01, на обе забьют «Да» 1.81. Как видим, на все предлагаемые варианты буки дают хорошие коэффициенты. На обе забьют «Да» стоит самый низкий коэффициент, но он достаточно хорош, как для такой очевидной ставки, которая имеет все шансы на заход. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядя Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы.